Выезжая из Самары, отъехал к посту ДПС и объясняю ребятам, что без техосмотра, дайте, говорю, квитанцию, чтобы не было проблем. Смеются. Можем только номера снять. Я да знаю, что мне как-нибудь, где-нибудь, что-нибудь. Езжайте, говорит. Ну пожелайте мне. Ну желаем удачи. Два парня молодых, симпатичных. Нормальные, адекватные гаишники. Обалдели, наверное. Ничего, подъехал сам, говорит, выпишли квитанцию, что техосмотра нет. Долго будут смеяться и вспоминать. Сызранка. Это что такое? У Кузьмича. Ага. Кафе. Хрен поймешь, что я запутался с этим.